Всем привет, дорогие друзья! Недавно на канале вышло видео, в котором мы пытались порвать петардой консервную банку. Не чтобы она улетела там или дно у нее вышибло, а именно порвать. Но, как выяснилось, сделать это не так просто, как кажется. Пробовали запихивать в пустую консервную банку через тонкое отверстие мелкие петарды. Только банку надули. Пробовали петарду побольше и сверху груз. Банка в итоге целая. Стыдно, но банку порвать петардой не получилось. Много заслуженной критики нам написали, поэтому мы просто обязаны были попытаться ситуацию исправить. Понятно было, что банка просто не должна улететь, и тогда петарда ее точно порвет. Взял я вот такую красивую банку размером, как в прошлом эксперименте. Петарду К8, несколько обрезков резьбовой шпильки, просто болтов такой толщины и длины в магазине не было. И собрал из ДСП вот такое основание. Собираем девайс и приступаем к эксперименту. Фитиль, само собой, руками зажигать не будем, а воспользуемся электрической спичкой. Все готово, можно приступать, но сначала проверим идею с отверстием в банке. В прошлый раз от 5К1 банка просто надулась. Посмотрим, что с ней произойдет, если отверстие сделать побольше и засунуть туда К4. Смотрим. Банку раздуло, но не порвало. Одной петарды мало. Вторая. Сорвало верхушку, но сама банка целая. Стало понятно, что идея с отверстием оказалась так себе. Ну и ладно, давайте посмотрим, как показала себя петарда К8, помещенная в банку, закрепленную в нашем супер-мега-девайсе. Ну что можно сказать, девайсу пришел реальный кирдык, а банка походу целая. Разбираем. Ну да, этикетку только сорвало, но сама емкость только лишь немного погнулась. Дольше доски эти пилил. Вообще в хлам все поломалось, все-таки мощно шарахнуло, как ни крути, но банка целая. Ладно, в любом случае, это уже дело принципа, и так или иначе нужно порвать банку именно петардой К8, а то как-то неудобно получается. Да, и чтобы хейтеров сильно не радовать, что мы банку консервную порвать не можем. Можем. Вот, например, снимали мы ролик в карьере для другого канала и решили жахнуть банку. Тут, правда, не петарда, а фестивальный шар, но шар самый маленький. 1,75 дюйма, я меньше не встречал. Сами так не делайте, смотрим. Возник вопрос, где банка? Валялись только обрывки этикетки. Решили, что просто никто не заметил, как она улетела в воду. Потому что жахнула, ну, очень громко. Но при просмотре отснятого материала на этой камере слышно, как рядом с ней упал небольшой кусочек жести. По звуку слышно, что реально небольшой. А здесь видим, как падает какая-то блестяшка, очень похожая на обрывок банки.
Я, конечно, понимаю, неопровержимых доказательств того, что банку именно порвало, в этом видео у нас нет. Но лично я там присутствовал, хоть и находился на безопасном расстоянии, но на 100% уверен, что банку разорвало на части. Не знаю, может как-нибудь повторим где-нибудь, чтобы осколки далеко не улетели, но в любом случае банку именно петардой К8 порвать надо. Пусть они сейчас стали, конечно, слабее, не такие мощные, как раньше, но все-таки это же К8. Должно же в них хоть что-то остаться от Корсара. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, если видео понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего настроения!